Hola Amigos, хоть просмотры и лайки резьбы дают понять, что всем на нее насрать, я все равно буду ее проходить, чтобы узнать, чем кончится это дерьмо. А теперь в виде эксперимента я попробую поиграть на джойстике, потому что во время спринта на клавиатуре управление меня окончательно затрахало. Без смазки прямо в задницу надоело. Действительно, когда спринтуешь, пытаешься повернуть на А или Д кнопку, происходит просто невероятное какое-то резкое движение, отвратительное, с которым я так и не смог никак справиться, поэтому лучше я, блядь, буду стрелять на джойстике, чем бегать на клавиатуре, блин. Не думал когда-то, что... Вернее, не думал, что когда-то такое скажу, но, ёпта, эта игра действительно... Действительно просто заточена под долбанный джойстик. А, так, моя фабрика разрушена, разрушена, и все за нее пишет Вилли Вонка. А, какого черта она ставила все эти ловушки? Она говорит, что в целях безопасности никогда таких мер безопасности не видел. Где тут, ёб твою мать, безопасность? У нее в голове какие-то больные идеи, наверное, все из-за ее родителей. Кто знает, какие ужасы они с ней вытворяли, например, семейный инцест, да? А, надо за собой следить, я позволил себе лишнее, наорал на нее. А она мне показала... Средний палец. Так, слово еще не сдержала, а теперь еще и командует парадом. Так, больше не хочу ее злить, так что буду помалкивать. Свое место я знаю. Это место называется Параша. В конце концов, у меня осталась только одна жизнь. Пишет нам неизвестный герой. Да, действительно. Когда бегаешь на джойстике, это совершенно вообще другая песня. Итак. Ой, а кто у нас маленький наёбщик? Как перезарядиться? А, понятно. Это без изменений. Я давно там бочечку-то приметил. Так, а как переключиться на вторую мандулу-то? А? Окейушки. Так, надо бы эти... Ёптель. Надо бы эти бонусные очки хоть потратить, я не знаю, что ли, на что-нибудь. Топазы эти все. В принципе, я на них и так левел прокачиваю. Слушайте, а джойстик не такая плохая вещь, как они отзываются. Вот, в принципе, можно на джойстике играть. Что за херня? Можно играть на джойстике во все, кроме шутеров от первого лица. Вот шутеры от первого лица — это действительно бич. Это будет что-то. Что-то на уровне управления стрелочками в Resident Evil 4. А это надо пробовать, это словами не передать. Кто не целился стрелочкой мыши бегущему зомби в голову, тот никогда не будет играть в Counter-Strike как настоящий про. Так, что-то у меня накопилось аптечек, действительно. А сейчас у меня аптечки будут копиться с двойной скоростью, потому что я не знаю, на какую кнопку лечиться. Так, ну, вероятно, он понял. О, да, кажется, я знаю, что Блэк нашел в атмосферных летсплеях. Это же так чудесно. Чуть-чуть придавил стик. То есть ты сидишь на жопе, и у тебя даже пальцы не напрягаются, потому что ты чуть-чуть тронул стик вперед, и он как машина, у которой впервые в жизни человек отпускает сцепление. Медленно, плавно, и она медленно, плавно начинает ехать. Какой это восторг. И тут идешь тоже. Тебе не надо бороться... с пружиной, которая внутри стика стоит, твои пальцы отдыхают, потому что чуть-чуть нажал и идешь. О боже, как... А выглядит это так настолько плавно, что игра даже дергаться перестала. Но чуть-чуть стоит надавить на стик посильнее, и персонаж кидается в яростный галоп, конечно. Это минус. Минус атмосферности. А если еще, смотрите, и не пиздеть в этот момент, когда играешь, а выдавать одну фразу в одну минуту, я готов быть летсплейщиком всю свою жизнь, твою мать, потому что вообще практически делать ничего не приходится. Даже не играешь ты. Ты ходишь, смотришь. Бассейн крови, о боже. Я должен проконстатировать. Но это свиные туши, это не люди. Я тут недавно задумывался, запрещает ли ислам есть морских свинок. Не знаю почему. Но они же свинки.
Свинина, вернее, она как? Вот, как бы, ну, морская свинья, она только на нашем языке свинья, прям свинья. То есть на английском она же не называется sea pig, там, ну, морской свин. Ох уж этот английский, говорят, его так просто выучить. 600 слов достаточно для того, чтобы разговаривать. Но чтобы разговаривать, да, но чтобы играть в игры, 600 слов не хватит. Потому что в играх ни хрена не разговор на английский. А самое, что не есть какой-то технический, фэнтезийно шибануто на всю голову. Почему у нее шортики начинаются позже, чем кончаются ноги? Посмотрите, у нее даже булки начали вылезать уже наружу. А шортики еще не начались. О боже. Кто-то идет. Где кто-то идет? Ух, ёпта, опять этот чмырдяй. Пошли отсюда. Только не снова ты. А, ну конечно. А, да тебе похеру, да, что я в тебя из магнума стреляю? Он так подергался и говорит, ух, блядь, не газа. Дядя надулся. Ух, ягоза. Долго на пальцах моргали глаза. То есть на его зов никто не явился, да? Что ж, прошлый его брат был более удачливый. У него была поддержка. Так, потыкаем-ка в эту свининку. Давай-ка отрежем себе рульку. Звуки очень классные здесь, я их впервые слышу, что скрипят цепи реально, когда ты проходишь. Вот до этого как-то я что-то к звукам прислушивался только когда слышал, что по-русски говорят. То есть это первые фоновые звуки, которые я заметил в этой игре, вот что хочу сказать. Но взлом здесь абсолютно дерьмо, это согласны все. Все отметили то, что ты ломом работаешь, как будто, блядь, ювелир отмычкой. Ну, я думаю, что сейчас здесь просто... О, боже, самая бесполезная вещь в этой игре. Да лучше бы здесь просто, блядь, 100 поинтов лежало каких-нибудь. Ой. То есть здесь ходить можно было? Смотрите, как намокла задница Клэр. Но при этом она намокла и стала блестеть, как будто ее лаком покрыли. А никакой кровью она не испачкалась, как бы. Минус, конечно. Лучше бы не давали возможность тогда вот по колено в кровище-то ходить. Но ее задница стала поблескивать, и она стала гнать, как будто в масле. Она просто вообще просто манит меня. Господи. Я настолько не хочу отрывать глаз от ее задницы, что готов, когда нужно стрелять, целиться в ее жопу. То есть смотреть в дырку и видеть прицел, типа. Фу, да? Отвратно. Просто круто. Просто. О! А еще ты со мной не делаю, да? Что делает со мной эти девочки? Давайте быстрее за Барри играть, мне надоело, честно. Мой член подпирает столешницу уже третью игру подряд, поэтому... Так, продолжается яростная борьба, блин, человека и железки. А, она сама вторую решила открыть. Какой умная женщина. Отсюда никто не хочет вылезти? Что-то здесь тихо. Наверное, предполагалось, что за мной будет жирный здесь гоняться. А я взял и жирного убил. Ха-ха. Из магнума. Который мне перед этим, видимо, для этого и дали. Ну и что это? Сейчас они будут туда-сюда ездить, наверное, нет? Не работает. Так, эта бабёнка остается там. Нет, она не остается там. Сейчас эти херовинки включатся, и мы помрем. Я не буду на какую кнопку приседать здесь.
Явно не на эту. Господи, как что за вот моменты? То есть я сейчас что-то должен, наверное, согласно логике этой игры, повесить какой-то фальшивый ключ на место того ключа, да? Но дело в том, что вся проблема из-за того, что эти долбанные бабы не могут разделиться какого-то черта. Нет, ты оставайся здесь. А ты сюда, Раш. Я их сейчас все равно разделю, сучки драные. Да, блядь. Смотри, прям не разли вода. Классно я придумал. Она сама все сделала. Да, действительно, вот эти моменты, которые заточены под мультиплеер, которого на ПК нету, добивают эту игру окончательно. В моих глазах это просто она прикончена. Все-таки на какую кнопку приседать? Ой, не на эти. Не на эту. А хуй его знает. А, вот. Нажать же можно. Нажать левый стик. Так что эта смерть не считается. Я был бы жив, если бы играл на клаве. На Клавдии Ивановне, блин. Так. Фонарик, не отставай. Мне ни хрена не видно. И причем вот ни хрена не видно в Evil Within и ни хрена не видно в резьбе, это два разных, мать твою, два абсолютно разных ни хрена не видно состояния. Дело в том, что там вообще ни хрена не видно, и это атмосферно, а здесь не видно ни хрена, и это какое-то говно. То есть не видно ни хрена, а видно должно быть. Чувствуешь, что тебя обманули? Так, ты будешь сверху, а ты будешь снизу. Во мне умер порнооператор. Режиссер. Давай попробуем дедовским методом, вдруг прокатит. Ни хрена подобного. Так, это что-то из фильма «Пила». По-моему, я или первый, а то я, наверное, единственный сказал, что эта игра на «Пилу» похожа. Остальные все кричали, что на «Silent Hill». Но по мне так... Ой, не туда, не туда. По мне так вылитая «Пила». Вот эти вот загадки, типа головоломки. Блять. Отдай ей что-нибудь. А, хотя эластичные пакеты взяты, но от одной ячейки теперь недостаточно, когда мне столько говна всякого надавали. Раньше-то я сказал, что нахрен не надо. Может, она тушу сбить? Сука, я умный. Еще пока не гениален, но умен. Ну, я думал, ты туда полезла и знаешь, что нужно делать. Ты туда полезла. Так, это не бьется. А тут закрыто, да? Нет, тут открыто. Вот если сравнивать Revelation, то он вообще не страшный, как бы, поэтому атмосферы ужаса здесь нету, поэтому суть замеса с психикой тоже не ясна. Вот эти браслеты. Чё, боятся? Крови, что ли, которая тут просто лежит и никому не мешает? Ну, как бы нет. Ну, ничего в ней не водится, ничего вас там за жопу не схватит, если вы там пойдете. То есть я должен что, сидеть и. Ой, блядь, это кровь! Круто. Блять. Надо. Самый важный перк в игре — это перк взлома, если такой есть. Типа, стопроцентный удачливый взломчик. Умелый гвоздодер. Ящик с деталями. Отлично. Как раз то, что я хотел. Так, ну и что? Сейчас что-то должно случиться. Опять лагать начало, когда я подошел сюда. А. Надо вовремя остановить. А, это не такая простая задача, как вам кажется, потому что спустя... эта хрень останавливается секунд 10 спустя то, как я вот сейчас.
Как думаете? По-моему, она чуть-чуть проехала. Дерьмо кусок. Она 10 секунд проходит, только потом она отпускает этот долбанный рычаг. Может, у меня сейчас зомби приедет? Опять я опоздал? Ой, еще дальше, чем в прошлый раз. Мне это кажется. Надо по верхнему. А, видите, вот поле вверху, вот на кране, ну, на балке, вот обозначенное, вот там надо, чтобы она остановилась. Вот, по-моему, пойдет. Я бы сделал так, что невозможно с первого раза выполнить это задание, а на третий раз там какая-нибудь ебанина приедет на крюке. Спрыгнет сама, и ты познаешь, что такое боль. Вообще-то нет, вообще-то я все три раза попал в воронку. Просто почему-то я не сразу заметил вот это обозначение. Вообще, это сгустки крови похожи на, как будто на что-то, что вводится в воде. Но это только при очень хорошей фантазии и боязни всего на свете. Своей тени даже. Ну и, собственно, все три куска мяса надо отправить туда. То, что был, то, что повиснет. То есть лишних тут нет. Да, вот так они. Они сами останавливаются либо в начале, либо в конце, но ни в коем случае не посередине. Ну, а я старался попасть точно, поэтому. Чё за? Пидрила ёбаная. Чё нам? Где же эта кнопка-то? Что-то звук как-то отразился раньше, чем вылетел из ствола. Так. Что, мне их труп надо затолкать? А, вон еще одно мясо появилось. Странно. Да, и у этого стекла FPS-ки становится 15. Круто. Тут играет с теми же шкурками, что и я. Главное оторвать взгляд от ее жопы и начать смотреть туда, куда надо. Ой, да они, смотрю, на бис встать решили, да? Что-то нашлось. Ну. Какой-то порошок, блядь, стиральный, что ли? Срался у меня уж порошок. Патроны давай. Ты умер окончательно, дружище, или ты профессиональный симулянт, блин? Выдержал попадать. Ну ёб твою мать, да сколько можно? Что, она должна вылезти прям сверху или чё? А, блять. Каюсь я, лох. Лоханулся, бля. Ну, вот теперь-то все. Вот так делают котлеты. Приятного аппетита. Макет печени выпал, вот так. Товарищи, бейте! Бейте врагов народа! Каких нахуй врагов народа? А это еще не дверь. Ну, карту я не соизволил найти, к сожалению. Вот тут и нет никого. Все здесь, наверное. Блять, опять этот говнооружий хрен.
Подождите. А что с ней надо сделать? Тут я был. Зачем мне этот кусок печени? Мне лучше кому-то скормить надо, что ли? Блять. Мне круган-то навернуть тут вообще не впадло было. Там еще какой-то демон вылез, сука. О, блядь. Отличная у вас командная работа. Блять, пиздец полный, блядь. Нихуя теперь не вижу. Быстро глаза промыть нельзя, что самое хуевое. Так, там кто-то есть. Нет, я не окей, я нихуя не вижу. О! Ну пизда нам, короче, подруга. Хорошо, блин, дальше чё? Сука. Вот говно, а? Чё делать надо? Блять, быстрая передача есть. Принеси. Да на джойстике, смотри, все удобства. Так, этот тупит, вперед. Пидорас, блять. Он симулировал тупость. А та бежит за ним, блядь, обойти его не может нихуя. Нихуя не вижу, блядь. Из этих капелек ебучих. Да на, ёпта. Добей его нахуй сам, балай. Шляй отсюда. И вылечи меня нахрен уже чем-нибудь. Блять, как это все задолбало. Давление это, сука. Если бы еще когда инвентарь включаешь, пауза включалась. А, вот печень надо сюда положить, походу. А, ну да, это ж Прометей. Типа, она же написала, по-моему, да? Орел выклевал Прометею печень за то, что он принес людям огонь. Чё искать-то? Чё искать? Сейчас я прочухал. Что они там сказали? А, они сказали, что не хватает пол печени, что надо ее найти. Ну, о, тут, видимо, будет скоро концерт группы Фабрика. Как бы по логике этой игры пол печени может быть примерно где угодно. И это просто вселяет в меня ужас, но поскольку там мы нашли половину, а здесь не нашли, вероятно, что надо где-то. Либо туда, где мы были, там, где глаз всякий, либо где-то здесь, пол печени. Валяется себе в какой-нибудь помойке, заваленной сверху каким-нибудь говном. Ёб твою медь. А где же я мог провафлить-то половинку печени-то, а? Пол печени, это вам я скажу нахрен. Блять, серьезное количество здоровья человека. Так, блин, что, походу опять сюда идти. Где-то я тут, возможно, что-то куда-то я не смог пройти. Или, может быть, емкость магазина третьего уровня. Ха-ха. Ха-ха, блин, и чё, и нахрена мне? Ну, это только в пистолет, наверное, или в дробовик лучше. Пистолетом-то я вообще не пользуюсь. А дробовик заряжает по одной пуле. Там всегда пули будут. Понятно, это чисто
Ну, в магнуме само собой вообще нахрен не надо. Нихера себе, была емкость 9 у пистолета, стала емкость 20 у пистолета. Больше, чем в два раза магазин удлинился. Это ж в как там в рукоятку-то влезло, хоть в ручку. Капец. Давай поищем пол печени здесь. Вот это не наша половинка. Это вообще печень. Куда дели печень, лишенцы поганы? Там у бюста точно печени не было. Тут, конечно, лагает. Так, у сортира тоже. У трупа, вон, смотрите, что-то вырезано. Moira, look. Inside that corpse. Is that what I think it is? What's this supposed to be? Я так и думал. Looks like some kind of body part. Честно, я шел, так и думал. А карту-то она где у него нашла? Свернутый в трубочку, засунутый в жопушку. Обалдеть. Но она повторила то, что я объяснил. Про печень и Прометея. Но я недавно еще в Томми Райдере вспомнил Прометея добрым словом. Так, так, так. Все. Давай, алкаш, можешь бухать. Он аж заплакал от счастья. Да ладно, бро, не мучайся. А, блядь, нихуя себе! Почему у меня такое чувство, что меня поимели только что вообще? Очень круто. Прямо отхлобучили меня, прямо, блин. Суки рваные. Что, лечиться или так пойдет? Блин, убедили. Демоны. Да, со статуей с понтово получил. Опа! Пистолет P10. И тот она отправила себе в рюкзак с прокачанной обоймой вместе. Ну, знаете, я, пожалуй, пойду сбегаю, перекину апгрейд на всякий пожарный. Хотя я думаю, что сейчас игра закончится. Не буду я ничего перекидывать. Манал я. Ой. Да, и все. Вот их опять поймали. Сейчас газом усыпят каким-нибудь, и мы начнем за баре, да? Нет? Ох, нахуй надо. Отдыхайте. Но не расслабляйтесь. Май и Ленин. Музычка какая-то заиграла боевая. И две жопки пытаются сдриснуть отсюда, да? Оу, мы были в Сталеварне. Давай, за Маркса вперед. О, миссия на время, и уровень лагает. Все как я люблю. Ни хрена ты недельные советы даешь, чтобы я без себя делал. 15 FPS в секунду выдает игра на данном этапе. Из-за потрясающего количества спецэффектов надо думать. Невообразимой красоты, конечно, происходит. Почему она не хочет повернуть этот краник, я не знаю. Может, Клэр хочет повернуть какой-нибудь краник? Нет, Клэр не пройти. Но и этой не пройти. Это потому, что она не поворачивает краник. Ты чё, сука, не поворачиваешь краник, а? А вот когда я нажал на клавиатуре, она стала вертеть краник. Не правда ли шикарно? Товарищи, в баню и домой. Завтра вас опять ждет работа. В баню и домой, пусть идет разработчик, блядь, который даже управление нормально сделать не смог, тупой ублюдок.
целом, конечно, очередной замес про кооператив, которого нет. Нельзя сказать, что мне без кооператива прямо не живется, но в кооперативе бы это было намного класснее. Игра игралась бы по-другому, оценивалась бы тоже по-другому. Ёб твою ж нахуй, а. У меня есть фонарь. Смотри на свет, Пошел в жопу, мудак. Счастливо. Попутно еще и аптечку схватил, да? А что дальше? Нахуй. Держись, девка, я за тебя бьюсь. Тихо, там монетка. Он сдох? Вроде сдох. Да блин. Не та кнопка. Так. Куда надо поставить эту елдятину? Она не здесь разве стояла? Хрен поймешь. Пистолет, кстати, мощный. Он как этого удел, который вообще долгое время считал бессмертным нахрен. Так. Дрюкаем кнопку. Давай. Переключаемся снова на эту. Внимание! Всем немедленно домой! Мятежникам грозит красный карандаш! О! В прыжке спайдермена кто-то. Я стреляю ему в хуй не потому, что я не презираю его мужское начало, потому что в лагах, которые здесь на этом уровне, просто невозможно целиться никуда. Так, там нахрен нету времени лут собирать. Еще антивирус мне игру свернул, сейчас вообще было классно. Да иди нахер. Что это? Где вторая дура? Она тоже здесь, давай. Читать умеет только это с фонариком. Четверо ворот. Иди вперед без знаний. Идти вперед без знаний значит рисковать жизнью. Делай выбор, обладая нужным знанием. Но может быть так, что ответы придется поискать. Давай поищем ответы. Ну и чё? Это вопрос ты вытаскиваешь или что? Ага, угадай мелодию. Нихера ее дрюкнули. Просто вы понимаете, господа разработчики, вот в этой вакханалии дерьма, которая происходит на моем экране, как-то было проблематично искать нужную дверь. Мне интересно, если с ней спросить, где у меня контрольная точка теперь. Конечно же, блядь, походу в самом начале, да? Вообще пиздато, это достойный финал. Достойный финал уровня, блядь, чтобы заставить здесь побегать в этих лагах. А, наполовину пути надо. У меня нет патронов для этого говна. Я сэкономлю немножко здоровья и убью его. Если, блядь, попаду в него вообще. Вот он, наконец-то он немножко сдох. Лагающий раш. Берем. Несем. Кладем. Блять. Не берем. Вот поняли, да, для чего я это проговаривал? Для тупых баб. Давай. Какой нахуй красный карандаш? Ты че? Че несешь, блять, обкурок? Так, она, я думаю, сама повернет дальше. Так, что? В
время поджимает. Я надеюсь, двери хотя бы меняются. Не меняются, вернее, а правильная дверь остается всегда на том месте, где должна, где и запланировалась. Так, нет, она нихуя не поворачивает. Без меня. Тупая дрянь. Времени, в принципе, много. Добежать можно успеть спокойно, но оценивать еще эти долбанные... Не разбивается. То есть, чем я должен руководствоваться, выбирая эти маски, а? Я вот не понимаю, допустим, ни хрена. Может, он на них выстрелит? Что я должен узнать-то? В чем разница-то между ними? Вот хуй знает. Давайте теперь последнюю, блядь. А не обладая вперед знаниями. Да как, блядь, а где их выебу знания-то эти? Вот твою мать. Ебланство, блядь, конченое, сука. Блядь, говно. Так, ну а сейчас попробуем, наверное, крайне левую дверь. Все по той же логике, которой здесь нет. И опять не проканало, отлично. Ну и исключительным методом исключения. Третья, предпоследняя глава остается. Вот это. Кто понял суть загадки, напишите под видео. Очень интересно, в чем прикол. Блять. А, ответ. Никакая глава, да? То есть все неправильные, блин. Я чё-то нахуй вообще, блядь, не понимаю, чё это за дерьмо. Ну что ж, видимо, в этих лагах нужна глубокая аналитика и женская логика. Значит, влагающим изображением надо найти следы. Следы ведут не в эти двери, они ведут туда. В обрыв, что логично. Не сговариваясь, девчонки побежали дальше, вместо того, чтобы... Вообще, это вот эта ловушка с рукой напоминает мне, знаете, это Форт Боярд, где они подсказки у тигров из пасти брали, и типа тигры хватали одного из участников, если... Не если, а просто хватали одного из участников за то, что они использовали... Так, а как мне вернуться? Ёпта, 4 замка! Нахуй, не успеть, нереально. Как мне вернуться за этой дурой? А, дверь разминировать, видимо. А, посмотреть. Меняются, значит, эти хуйни-муйни. Вот так-то. Прикольно, бля. Кто бы мог подумать? Просто я говорю, из-за того, что здесь все в лагах, нихера не видно было эти долбанные, блядь, следы. Причем, если я не записываю игру, то вместо 60 FPS мне показывает 25. Если я записываю, то из 30 мне дает, оставляет 15, вернее. Вот такой магический уровень, блядь, отвратительно. Я думаю, на записи будет это просто смотреться как полное говно. Знаете, это не самообман, это действительно смотрелось как полное говно. Это загадка в конце. Нет, загадка хорошая, базара нет. Загадка хорошая, да оптимизация хуёвая. Для таких загадок. А мы видим, что здесь вместе из золотой руды брали цемент, из жилы, где добывают золото, поэтому в бетоне встречаются крапления голдья. Наверняка 512-й, сука, пробы. Ну что, когда уже закончится глава за этих овец? Я уже не могу больше. Еще одна ловушка, и я... Я просто не знаю, я уже сломаюсь вместо главной героини. Причем, сука, я 4 раза пытался наугад дверь открыть, и мне ни разу не повезло. Наверное, потому что я менял. А если пытаться открыть одну и ту же дверь, а это была моя следующая тактика, если бы я следы сейчас не увидел...
Тогда шанс был бы выше. Тюк. Вы смотрели фильм «Бомж с дробовиком»? Он этот бомж со снайперской винтовкой Мосина. Why don't you have a bracelet? Do I look like woman to you? Holy shit, Maria. You don't know what's going on? You've got to get out of here before it's too late. Never. I stay my home. Now go away. Точно. Я останусь дома. You people come to our beautiful island and take everything away. Ой, у тебя-то забирать чего, ёптать, жалуешься, стоишь, хрен ослиный. Ну чё верстак-то не работает? Заткнись там нахрен. Так. Удалить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Установить. Шикарно. 31 патрона. Вот тупой старикан перевели сейчас переводчики, но она, Мойра назвала его динозавром. Она сказала, тупой динозавр. Так, у нас есть карта Параши. Это прекрасно. Но если бы посмотреть ее всю, а не вот этот клочок радара, я быстрее бы нашел правильную дорогу. Я думаю, дед здесь уже зачистил территорию. Ой, опять мокрая жопа. Да. Так. Что-то я вижу там. Хуйня какая-то. Это дед? Посмотрите, как она стоит. Мне кажется, она сама смотрит на свои сисюльки. Пузырики что-то кончились. Отстой какой. Так, никто и не выпрыгнул. Выцегонили у меня два патрона. Мне кажется, что эпизоды в резьбе становятся все больше и больше. Первый уже давно закончился, второй закончился примерно около этого момента, а этот заканчиваться не собирается вообще. Поэтому на ближайшем автосейве закончу это все я. Собственно, нахрен ручно. Потому что уже затрахало реально, я уже устал. А мы все играем, блядь. Ну давай, на 25 замков. Слабо. Когда у меня время не ограничено, я с удовольствием повзламываю ваши тупые загадки. Но не тогда, когда таймер тикает последними секундами, хочу заметить. Если бы он в начале уровня лежал. А так я теперь не усну, гадая, что же в том ящике в пожаре осталось. Все. Все пиздец, надо было написать. Инвентарь переполнен. Поэтому мы отдадим. А мы ничего не отдадим, потому что мы слезть не можем. А вот теперь мы отдадим. Пустые бутылки. Можно даже скрафтить что-нибудь, смотреть сочетание. Вот так, разгрузим маленько. Это долбанный инвентарь. Так, ну чё, чтобы запрыгнуть наверх Мойры, надо подойти к Клэр. Неплохо. Давай быстрей, корова. Такие звуки издает, правдоподобные. Так, у меня есть теперь вот эта хрень. Ее надо скинуть на бошку Клэр, наверное, да? А, я смогу залезть туда, на ту сторону. Взять еще запчастей. Или не смогу. Потому что она не хочет выбрасывать ящик в воду. Скорее не смогу, чем смогу. Либо он нужен не для того, для чего я думаю. Подожди, он нужен для того, чтобы не две наверх залезли. И что будет, когда они обе окажутся там? Она ее сможет перекинуть руками или что?
Я там вижу, я вижу там улица уже за этой стеной, судя по щели. Сейчас Клэр залезет, разберется по любасу. Но эта дура уже спрыгнула, конечно. Да, в любом случае, какая-то ебаная деталь, это не та вещь, из-за которой я буду себе мозги ебать, блин, с этим управлением. Я не знаю, я понял, что ящик для того, чтобы залезть туда напротив, но я не понял, как этот ящик, блядь, сбросить ниже. А то другие боссы вообще будут, мне интересно. Ты хуёво светишь, я тебе хочу сказать. Мне показалось, что он мимо, блин, выстрелил, пидорас. Нахуенно вообще. Я, видимо, холостыми, блядь, постреливаю, да? Заебись, я полечился. А, ему жить-то оставалось, блядь, 1.5 секунды, блядь. Ублюдок, сука, обосранный. Пошли отсюда нахер. Сука, бесит уже все. И как обычно, типа, возможность отковырять эту херню. Он шел один, а музыка такая играла, как будто, блядь, армия тьмы на подходе. Так, тут, блядь, идет борьба со второй херневинкой. Куда это мы? Залезли. К ящику с 30 патронами. Здесь еще ворота за каким-то хреном открываются. Не, ну понятно, не открывается, чтобы выйти, но... Чё за прикол такой, обходной путь ради 30 патронов? Видимо, в этой игре меня еще не так унижать будут, да? Заебало крутить эту хуйню-муйню. Так, приседать они воду не хотят. Вот жопу намочили и достаточно. Уже само по себе слишком огромная жертва. Ну давай уже закончим, господи. Нахрен атмосферу срашим. Да, поскольку этот уровень с парашей бесконечен. Неважно, сколько осталось до конца. Время вышло. Все, адьё, амигос. Придется. Заодно я не буду перерисовывать обложку, чтобы там на ней педобиры нарисовать с этой бабенкой. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Адьё.